привет! Меня зовут Катя, я ученица Даши на курсе «Богатый зеркальный мастер». И я что хотела сказать, что выбирая учителя в любой сфере, мы выбираем человека, который не только научит нас каким-то знаниям и умениям своим, да, но и мы выбираем невольно его личные качества. Поэтому для меня было чрезвычайно важно личные качества человека учить. Именно это и покорило меня в Даше. Ее оптимизм, отзывчивость, доброта, щедрость, которой она с нами делилась, вообще всяческой информацией, делилась буквально всем, всеми секретами, ничего не утаивая, так сказать. И, соответственно, именно это дало нам всем участникам, да, шанс понять, что мы все можем так же сделать, мы можем развиваться в направлении, что вокруг много возможностей. И вот поверить в себя Даше удалось нас тоже этому научить. И я, конечно, безумно ей благодарна. Она открыла мне мир в поталь, в зеркала, в пасту. Я этим до этого не занималась. И сейчас я могу с уверенностью взяться за картину, ну, пожалуй, наверное, любой сложности. Потому что каждый раз, когда я начинаю что-то, да, мне кажется, это ой-ой-ой, я не могу. Но всегда вспоминая Дашу, ее легкость, ее уверенность в себе и в нас тоже, да, с которой она начинает любую картину, я начинаю тоже дальше и продолжаю, и мне получается. Так что я всем, кто хочет освоить новую какую-то сферу искусства, всем желаю учаться у Даши. Это здорово, мне очень понравилось. И после обучения она всегда отвечает на все вопросы. Я не представляю, откуда у нее столько времени и энергии. И это тоже, между прочим, заряжает ее вот этой энергией, жизненная сила, жизненный интерес, позитив. Ну, просто восторг. А Даше большое-большое спасибо. Благодарю от всего сердца. И до встречи в клубе.